Ребят, привет всем, Жак Херсон, третье видео по игре Forest, версия 0.07. Плачевно наше положение, жестко, при том, короче, обстоят дела. Я не знаю, выживем, нет. Хера не видно. Давай еще разбейся, идиот. Так, нам бы факелов позажигать. Так, что у нас здесь? Давайте вот этот факел зажгем. Так. И ставим ловушки. Все, хватит. Защищаться нечем. Хоть ловушки будут. Так. Вот эту здесь поставим ловушечку. Что там надо? 5 бревен. До этого добра у нас тут кругом. Вот даже. Чем тебе не 5 бревен. Так, переночевали. С горем пополам переночевали, как вы видите. Енот осуждающий стоит, смотрит на нас, думает, непорядок, Женя, непорядок. Ни ракетницы, ни нормального топора. Я ему говорю, ну а что же енот, друг мой? Полоскун, енот-полоскун, есть такие еноты. Я не знаю, что они там полощат. Ну, не суть. Запороли-то разработчики в патче твои, друзья. Тебя ввели, а изображение... Топора и не ввели. Как мне быть, друг мой сумчатый? Так, броня. Окей. Я, наверное, эту сейчас поставлю. Подождите, а где еще досточки? Ловушку-то эту поставлю и выдвинусь, ребята. На поиски. Заяц, заяц, стой! Стой, стой! Заяц! Есть. Залазь, что ты? Тут же получше будет. Енот, енот! Не, то, что живности добавили, это хорошо. То, что зайцев... Уже можно ловить, это тоже классненько. А вот то, что сразиться теперь мне не с чем. Обижают меня. И взад, и вперед, как говорится. Это уже плохо, ребят. Ничего, что-то придумаем, выкрутимся. Не первый месяц мы в Форесте, вы же знаете. Огромное спасибо вам за поддержку, ребят. Очень большое спасибо. Столько лайков под Форестом. По вашим просмотрам я понял, что вы очень ждали видео по Форесту и очень вы их любите. Соответственно, будем продолжать. Чтоб вы раз пришли с работы, с учебы, а тут вам бах и Форест. Дырявый-то выжил? Живой дырявый. Так, одна ловушка есть. Давайте параллельно поставим... Что? По-моему, пробежал ублюдок уже. Так, две ловушки. Вот здесь. Это нормально будет как раз, знаете почему? А, то еноты гасают. Ну, это хорошо. Минус 2. Считайте, людоеда. Вот эту байду, оказывается, можно передвигать. Какая-то супер. Нарубили деревьев, передвинули. Это типа тележку они сделали. Надо поесть потом. Был разговор, что хотят ввести тележку для передвижения бревен. Не-не-не. Ёб твою мать. Бревна видели, куда попадали. Да, сюда раз-раз поскладывал. Еще одно. Я думаю, зачем они сделали этот держатель? Оказывается, вот. Для чего.
О, так тут этих сундуков. Сейчас, ребята, сейчас. Минуту дайте. И вот так вперед теперь с этой тележкой. Не надо нести по два бревна. Фух, к дереву поднесли. В принципе, очень даже хорошо. Теперь что нам дает эта возможность? Мы взяли, допустим, в лесу настроили вот таких тележек 3-4. И вырубаем лес. Нарубили их. И берем эти тележки потом места возле, допустим, воды где-то. И там и ставить надо свой этот самый. Форт защитный. Хотя и тут, в принципе, возвышенности неплохо. Где? И вот так теперь раз. Оп. И вон еще бревнышко лежит мое. Все, теперь вот здесь, чтобы пройти, нужно аккуратненько. Оп. Только вот так. А я здесь буду стоять. Не подходите, сучки, порежу, попишу. Вот так стоять. Ну, типа отпугивать. Сам-то я интеллигентный паренек. Сами знаете. Одно бревнышко еще. Вообще-то одно надо было, ну да ладно. Забор. И можно даже вот это поставить. В хозяйстве по-любому пригодится. Вот здесь нормальное место для нее. Где тут еще у нас было? О, одно бревно как раз. Посадим потом что-нибудь. Стоять, куда полез. Так, ладно, харе пока не строить. Что я хотел? Видел там я... А, поесть надо и пожарить мяска, а то, смотрите, выносливость не к черту. Пока есть такая возможность. Крольчатинки пожарим, восстановим заодно выносливость. Заяц суицидник побежал, смотрите. Бери уже. Ну, иконка ж появилась. Бляха-муха. Вот тоже неудобно. Ёб твою мать. Все, поел. Всю броню спалил, бля, придурок. Ну ладно. Дырявый, ты какой-то суицидник тоже. Заяц суицидник и ты суицидник. Так, вниз забор. Вниз вот так вот. Отлично. Прям супер, я считаю. Главное вот это дерево не срубить пока месте. Сейчас вот тут дострою и точно теперь пойду. А то я пойду. Стой. Вот где его теперь искать? С едой проблем нема. Проблемы стали с выживанием. С нападками этих.
подонков. Поломал? Не. Фух. Два, как раз там два. Заяц, стой! Сколько вам туда еще зайцев надо насадить? Так, забор продолжается строительство. Чуть-чуть его вот так завернем только. А так, в принципе, все четенько, смотрите. И вот здесь закроем. И считайте, с правой стороны мы себя обезопасили капельку. Пойдемте. Ага, вот у нас тут еще ящичек. Пару бревен. Нормально, нормально. Вот Лена не вовремя чуть-чуть позвонила, но ничего, подождет. Все, вот это достраиваем. И считайте, с одной стороны мы практически закрылись. Вон наш забор. Видите, да? Там ловушечка, тут две. Надо увеличить количество ловушек. Все равно последний раз приходило так-то человек по сколько там, по 5, по 6. Хорошо, что они друг с другом начинают из-за трупов сражаться и отвлекаются чуть-чуть от меня. Плохо, что их так много приходит и нечем встретить их мне. Оп, еще одну бревно. Вот оно. Так, все, теперь здесь ставим диноцитник. Факел ставим по-любому. На углу вот здесь. Чтобы освещать. Один камушек. Не вопрос, держите. И отлично. Здесь, я думаю, хотя... Не факт, вы видите, что не факт. Ну да ладно, разберемся и с этим. Так.
Блядство. Отсюда. Тахаре. Ну, чуть-чуть факела, так он почти затухший был. Что вы начинаете? Коснулся слегонца. Во. Вот здесь тоже забор сейчас соорудим. Три бревна осталось. Это я видел еще вон. Валялось. Бревнышко. Ой-ой-ой, смотрите, где далеко бревно. Как далеко упало бревно. Ничего себе, бедняжечка тут лежит одно. Откатилось оно, бедное бревно. Так. Что с сундуками? Хоть что-то там, хоть пару коктейлей Молотова, чтобы было с чем встретить. Шоколадка тоже нищак. Мне бы еще, знаете что, ребят, не помешало? Вот теннисный мяч точно мне не нужен. Так, пару коктейлей Молотова есть уже создать, да? Убрать. Убрать. Окей. Да тут мама не горюй. Вот зачем я этот начал рубать дерево, я не знаю. Ладно, пометили его. Типа, здесь и пригодится. Вот это надо рубать, тут нормально сейчас. На сруб, когда пойдет, минимум пятерочка должна быть бревен. Не в ту сторону, не в ту сторону. Бревно. Бляха-муха. Опа. Смотрите. Тут, если ты не знал, уже нет бревна. Зачем ты держишься, я не знаю. Ребят, не вздумайте покупать игру. Сырая еще, мама, не горюй. Так. Поглядывайте видео по ней. Игру покупать очень рано. 5 бревен. Вот когда введут сетевую кооп, чтобы вы там с другом могли зайти и погонять. Когда поисправляют баги, я думаю, это полгода минимум. Потому что за 22 дня, которые разница между патчами... Они выпускают очень мало изменений. И некоторые баги убирают, добавили чуть-чуть, а некоторые появляются. То есть, я не знаю, у них что ли нету бета-тестеров там каких-то. Или мы все принимаем участие в бета-тесте, купив игру. Скорее всего так. Нормально вырисовывается. Тут типа у нас ловушечка, да? Траву надо покосить, а то повырастало. Ты смотри на нее, особенно вот этот бурьян. Это что-то нормальное росло. Так, заворачиваем вот здесь. А что это мы так повыше? Вот так вот. Отлично.
Ну, пойдемте сундучки, те проверим, да? Да нормально. Еще два видео и уже будет, где спрятаться за забором. Голова где? Вот голова. Сейчас доделаем вот тут отпугающую. Так-то наш лагерь разросся. Не надо подпаливать, я не просил. Вот здесь не мешало бы пособирать полезностей разных. Это ж лагерь, правильно? Значит, тут должны быть что-то. Смотрите, комфорка. Нормально. Пустой, что ли? И вон вход в пещеру. То уже когда вы... Давай, давай, иди в пещеру, хватит строить, там мы пойдем туда. А лагерь... А, вот креслица, неплохо. Не таскается, нет? Потащу-ка его к себе. Жека будет рыбу ловить. Тут территории, мама, не горюй. Можно такие строить себе хоромы. В лагере пусто. Кроме шоколадки. Мне не нравится, что у нас нету медицины никакой. Вот это плохо. Это реально плохо. Давай, давай, заяц, заяц, заяц. Оп, попался. Тем временем темнеет. Я предлагаю, ребят, пару ловушек еще соорудить, пока есть время. Это будем сохраняться. Опять я никуда не сходил. Так, еще и дождь. Это вообще жесть. Так, давайте еще ловушечку мне. Ловушечку, ловушечку. Поставим-ка вот эту одну. Вот так ее зарубим. Три бревна всего лишь надо на нее. Уже кто попадется, кого-то привалит. Там один попадется, там один. И что тут? Останется 2-3, с ними сможно будет справиться. А когда 6 на тебя бежит и тут устраивают хороводы, я к мордолапу не хочу, запомните. Пещеру мне не-не-не. В пещере это жесть. Есть еще одна ловушка. Достраиваем. Так. Что с забором? Не, вот так вот. Нормально. Факел надо здесь ставить по-любому возле ловушки. Хотя сейчас, если ночью польет дождь, мне факел не поможет. Уж будьте уверены. Две ветки, всего две ветки. У меня там веток валяется. Давай быстро заканчиваем факел. Забор. Кушаем. По броне вообще не подготовленные на ночь. А ночь-то надо переночевать. Еще. О. Хорош. Может ночью не пойдут никуда, бо ночь типа... А. Еще и дождь. Останутся в своих пещерах. Сомневаюсь, конечно, я. Поджигай. Нормал. Где еще ветки? Ой, бревна. Что-то не видно. Мерзнуть начал.
Броня, это хорошо. Сука, тикану. Так, три что ли я кинул? Или все-таки плодятся? Тут суицидников, видите сколько? Так, восстановим выносливость, посидим, посмотрим, как жарится. А, нет, там один оплакивает суицидника второго, вон, енот. Енот и суицидники вместе. Так, что у нас получается? Две ловушки с той стороны. Главное, чтобы они между ними не пробегали, хотя если поставить между ними факел, это будет вообще идеально. Там достраиваем забор, там ловушка, там отпугивающая, и там тоже ловушка. Так, выносливость есть. Блядство, да ну хватит наступать. Была броня и нет брони. Сильно близко я положил этот. Сильно близко поставил просто. Скамейку. Окей. Чё это ты затух? Давайте успеем срубить. Да на этом закончим третью часть. Вон уже идут как раз. Давай руби быстрей. Че швырнуть им туда коктейль сразу? Сколько их там? Три? Сейчас. А, кто-то рубит наши деревья. Давай коктейль. Начнем их встречать, а то они что-то ходят, как у себя дома. О! На. Так, отходим, отходим. Отходим. Так, чтоб не мерзнуть. Так, я надеюсь, тебе там привалит сейчас бревно. Ну отпугнули, я надеюсь, ненадолго, хотя бы. Твою мать. Зачем ты мерзнешь, сынок? Понятно, что дождь. Понятно, что ночь, но все-таки. Окей, ребят, давайте продолжим в следующем видео. Сохранимся сейчас. Не забывайте, пожалуйста, делиться видео и ставить лайки. И пишите ваши комментарии по приключениям дырявого. Всем пока, ребят. С вами был Жак Херсон.